Ну, логистика. Это боль. Логистика. Что такое логистика? Давайте понять, да? То есть логистика. Есть товар у магазина. Этот товар надо завести клиенту. Но у магазина нет своей доставки. И он нанимает службу доставки. Доставка, если косячит, ну, если служба доставки, то косячит не доставка, а магазин. И клиент недоволен магазином, потому что ему в срок не привезли товар. И вот логистика, чтобы вам было просто и понятно, это способ передачи от одного к другому. Почта, если вы посылаете там обычный там Алиэкспресс, это логистика. Вот когда вы получаете на Алиэкспрессе, и чем быстрее к вам придет товар, тем лучше работает логистика. Понимаете? То есть логистика это способ, не логика, как многие думают, а логистика это способ быстрой, эффективной доставки товара в целости и сохранности. Когда к вам привозят холодильник и поднимают его наверх, подключают, это логистика. Когда к вам приводят душевую кабину домой, не просто приносят две, да, а это уже логистика плюс сервис. И вот люди сейчас, логистика, опять же, где тут заработать? Я скажу вам честно, хороший логист, то есть хороший человек, который умеет грамотно организовывать процессы доставки, организации там складских остатков, там, да, передвижения, он стоит очень много денег, очень много. Да, это такие, это спецы высшего эшелона. Ну, чтобы вам было проще, это уровень, вот есть самолеты, есть диспетчеры, которые отвечают за их там, да, там передвижение туда-сюда. То есть вот диспетчеры, это очень такие эксперты высшего уровня, то же самое и логисты, это тоже очень дорого. И то есть, если вы соберете около себя на канале логистов, у вас все с деньгами будет вообще превосходно.